Всем привет! Вы на канале Вязаные Истории. Это видео вторая часть по вязанию куколки Катюши. В первой части я рассказала про необходимые материалы. Также мы в первой части связали ручки и ножки. Сейчас же мы с вами будем вязать туловище и голову. Туловище я уже связала, оно выглядит вот так. Как вам тельце? Сейчас подробно покажу, как вязать дальше. Если вы не видели первую часть, переходите в описание под видео, там есть ссылка. Если ручки, ножки у вас уже готовы, то продолжаем вязать дальше. Приятного вязания! Начинаем из ножек вывязывать туловище. Вот так выглядят ножки. Вязание в двух случаях заканчивается во внутренней части. На одной ножке мы нить обрезали, на второй оставили, потому что сейчас будем вязать дальше. Так, пальчики смотрят тоже вовнутрь, и вязание заканчивается вовнутрь. Теперь последний столбик не довязываем, вот оставляем 2 петли на крючке, присоединяем нить цвета трусиков. У меня это идет розовый Alize Cotton Gold, я, к сожалению, его номер не знаю, в палитре тоже не могу разобраться, какой он, потому что очень редко вяжу этой пряжей, но в описании под видео я оставила вам подходящий цвет, номер цвета на Ernard Jeans, если будет нужно. А так можете трусики вязать абсолютно любым цветом. Так, все, ниточку поменяли. Теперь провязываем одну воздушную петлю. Берем ножку и присоединяемся в соединительный столбик. Вот этот столбик, где мы вязали соединительный. Провязываем сразу один столбик без накида. Будем его считать как первый. Дальше второй, третий и пока что отставляем вязание и проверяем, ровно ли располагаются ножки. Можно это сделать вот так. Берете две ножки, разделяете их по краям и смотрите, как располагаются стопы. Если они заворачиваются вот так, то нужно будет распустить и присоединиться, например, не вот в этот столбик, где соединительный, а перед ним, чтобы ножка сделалась немножко вовнутрь. В общем, регулируйте. У меня вроде бы как все смотрят прямо, ровненько. Поэтому я просто продолжаю вязать дальше. Провязали 3 столбика, вяжем 4, 5 и так по кругу всего получится 24 столбика без накида. Провязали, теперь затягиваем на крючке петлю потуже и провязываем один столбик без накида в одну воздушную петлю за ее полупетельку. Один столбик без накида. Снова подтягиваем хорошо нить и переходим ко второй ножке. В первый столбик вяжем один столбик без накида. Дальше вяжем 2, 3, 4 и так далее. По второй ножке также провязываем 24 столбика. Вот у нас получается, мы набрали одну воздушную петлю. После провязали 24 столбика по одной ножке. Один столбик без накида по воздушной петле, по одной ее половинке. И снова вяжем теперь по второй ножке 24 столбика. Провязали 24 столбика по второй ножке и теперь вяжем один столбик без накида по воздушной петле, по ее оставшейся половинке. Закончили этот ряд. 24 столбика, один столбик без накида по воздушной петле между ножек, 24 столбика и один столбик без накида по воздушной петле между ножек. Дальше вяжем, получается, второй ряд туловища. Провязываем 7 столбиков без накида.
первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик. Провязываем снова прибавку. И снова вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и прибавка. Дальше второй раз вяжем точно так же. 7 столбиков прибавка, 8 столбиков прибавка и 7 столбиков прибавка. Получается, повторяем все то же самое, что с этой стороны. В итоге у нас получится 56 столбиков. И следующие ряды с 3 по 8, 6 рядов вяжем по 56 столбиков без накида. Провязали эти 6 рядов, вот так уже должно выглядеть тело куколки. Дальше начинаем вязать 9 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем убавку. Дальше вяжем 12 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и 12 столбик. Провязываем убавку. Далее вяжем еще 2 раза. 12 столбиков, убавка. Провязали 2 раза и теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Закончили этот ряд. Получилось сейчас 52 столбика. Следующие 10 и 11 ряд довяжите 52 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд 12. Провязываем 11 столбиков без накида. Убавка 4 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11 столбик. Провязываем убавку. Это мы так с вами провязали один раз. Еще 3 раза вяжем также 11 столбиков, убавка. В итоге получится в ряду 48 столбиков. В 13 ряду вяжем 5 столбиков без накида. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем убавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и убавка. Еще два раза вяжем точно так же. 10 столбиков, убавка. И теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Если вы будете делать трусики, то в этом, после этого ряда можно поменять нить. До конца не довязываем. Оставляем 2 петли на крючке. Берем нить цвета тела. И довязываем ряд уже другим цветом. Получается вот так. Дальше уже вяжется цветом тела. Это мы сделали трусики. Но я хочу провязать полностью как бы боди до ручек. Поэтому продолжаю вязать также этим цветом. Потому что бежевого у меня мало. Сейчас у нас получилось 44 столбика без накида. Следующие два ряда, 14 и 15, провяжите по 44 столбика. Провязали. Постепенно добавляем наполнитель в ножки. Дальше вяжем следующий ряд. 16 ряд. Вяжем 9 столбиков без накида, убавка 4 раза. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и провязываем убавку. Один раз провязали, еще три раза вяжем точно так же 9 столбиков убавка. В итоге получится 40 столбиков в ряду. Следующие два ряда, 17 и 18, вяжем по 40 столбиков. Добавляем наполнитель. Провязали. В 19 ряду вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем убавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Провязываем убавку. Вяжем еще два раза. 8 столбиков, убавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Закончили этот ряд. У нас получилось всего 36 столбиков. Не забывайте добавлять наполнитель. Дальше следующие 5 рядов. Это с 20 по 24 провязываем по 36 столбиков. Провязали эти 5 рядов, вот такая фигурка получается. Теперь нужно выровнять маркер ровно посередине спинки. Если у вас вязание заканчивается где-то сбоку, довязываем столбики без накида, переносим маркер на серединку. Чтобы было вот так. В следующем ряду мы будем ввязывать ручки. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый,
пятый, шестой и седьмой. Берем ручку. Теперь смотрите, у нас на ручках вязание заканчивается с разных сторон. Нам нужно, чтобы окончание вязания было во внутренней части. Пальчик смотрит прямо. Получается, берем вот эту ручку, прикладываем к телу. И вяжем по вот этим петлям внутренним. Нам нужно сейчас провязать 4 столбика без накида вместе с петлями ручки. С внутренними петлями. Вот эти наружные пока что остаются. Вводим крючок изнутри ручки, захватывая столбик. И сразу же захватываем столбик на теле. Вот так это выглядит. Провязываем первый столбик без накида. Дальше следующую петлю. Также вводим крючок, захватываем петли на ручке, одну петлю и одну петлю на туловище. Провязали второй столбик, дальше. Таким же образом провязываем третий столбик и четвертый. Следите, чтобы пальчик смотрел ровно вперед. Нет, что-то он запачкался, потом застираем. Все, первую ручку мы ввязали, вот эти петли сейчас остаются свободными на ручке. Дальше вяжем по туловищу. 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый столбик. Берем вторую ручку. Также пальчик у нас смотрит вперед. Вязание заканчивается во внутренней части. Прикладываем и начинаем провязывать. 4 столбика без накида, захватывая петли на ручки и на туловище. Второй. Третий и четвертый. Далее довязываем 7 столбиков по спинке. Первый, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой и седьмой. В следующем ряду я буду вязать уже бежевым цветом, поэтому сейчас седьмой столбик до конца не довязываем. Обрезаем розовую нить, присоединяем бежевую. Дальше вяжем следующий ряд. Вот что у нас получилось. В следующем ряду, 26-м, вяжем 7 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый,
6, 7. 7 столбиков провязали. Дальше на ручке у нас осталось 8 петель. Но чтобы не образовалось дырочки, мы с вами вяжем еще 9 вот сюда, в основание первого столбика. Видите, это первый столбик, который мы провязывали внутренние петли. Сюда же мы вяжем 1 столбик. И теперь уже вяжем по оставшимся петлям 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и вот здесь 8. Также потом провяжем на второй ручке. Сейчас вяжем по передним петлям туловища 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 столбик. Теперь снова переходим на петли ручки, и вот здесь также в начале нам нужно будет провязать 1 столбик без накида. Вот она прям петля. Сразу первая. Вот так. Теперь дальше уже довязываем оставшиеся 8 столбиков. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Всего на ручке получилось теперь 9. И довязываем по спинке 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7. Получается, мы с вами провязали 7 столбиков по спинке, 1 дополнительный столбик в уголок начала ручки, 8 столбиков по внешним петлям ручки, 14 столбиков по передней части туловища, опять 1 дополнительный столбик между ручкой и туловищем, 8 столбиков по внешним петлям ручки и 7 по спинке. В итоге получилось 46 столбиков. И вот такая фигурка. Следующий ряд вяжем 27, уже будем провязывать убавки. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем подряд 2 убавки. Первая убавка по петлям туловища. Вторая убавка идет уже по петлям ручки. Снова вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем подряд 2 убавки.
Первая убавка идет по петлям ручки, вторая по петлям туловища. Десять столбиков без накида по передним петлям туловища. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Снова провязываем подряд две убавки. Первая убавка по петлям туловища. Вторая убавка по петлям ручки. Пять столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Две убавки подряд, так же как все предыдущие в этом ряду. Первая убавка за петли ручки, вторая убавка за петли туловища. И довязываем 5 столбиков по спинке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Закончили вязать этот ряд. Добавляем постепенно наполнитель. Вот что уже у нас вырисовывается. Сейчас получилось 38 столбиков. Следующий ряд вяжем 28. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем подряд 2 убавки. Первая по петлям ручки, вторая. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем убавку. Одну убавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Снова вяжем одну убавку. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем подряд 2 убавки. Получается со стороны спинки по 2. Спереди по одной. Первая убавка, следом вторая. И довязываем до конца ряда 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Закончили этот ряд. Получилось 32 столбика без накида. В ручке наполнитель вот здесь я практически не добавляю, иначе если перебить, ручки будут торчать вот так. Единственное, я добавляю наполнитель чуть позже, через пару рядов, в плечики, формируя плечики. Следующий ряд вяжем 29, провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем убавку. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, и 14. И снова провязываем убавку. Получается, посередине ручки идет убавка с этой и с той стороны. Довязываем до конца ряда 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Закончили этот ряд. Вот что у нас получается. В итоге вышло 30 столбиков. Следующий ряд 30. Провязываем 3 столбика без накида. Убавка 6 раз. Вяжем первый столбик. Второй. Третий. Провязываем убавку. Вяжем так еще 5 раз до конца ряда. В итоге получится 24 столбика. Провязали, добавили наполнитель. В 31 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. Также 6 раз. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик и убавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге получится 18 столбиков. Провязали, в 32 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. Повторяем 6 раз. Один столбик, следующую петлю, убавка. Чередуем так до конца ряда, в итоге получается 12 столбиков. С 33 по 36, это 4 ряда, провяжите по 12 столбиков без накида. Провязали 4 ряда шеи. Дальше вяжем соединительный столбик. Воздушная петля. Нить вытягиваем чуть подлиннее, для того, чтобы хватило для пришивания. И обрезаем. Добавляем наполнитель в шею. И вот такая фигурка у нас с вами получилась. Все, основную часть туловища мы закончили. Переходим к вязанию головы. Голова вяжется отдельно и после пришивается к туловищу. Для вязания головы делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд. 6 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо затягиваем, вяжем следующий ряд второй. Провязываем 6 прибавок. В первый столбик, первый, второй, во второй столбик. Также первый и второй. И в третий столбик предыдущего ряда. Первый столбик, второй. Провязываем так еще 3 раза, в итоге получается 12 столбиков. Провязали, в третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, в следующую петлю прибавка.
второй столбик, в следующую петлю прибавка. Так повторяем до конца ряда. В итоге получается 18 столбиков. В четвертом ряду провязываем один столбик без накида, в следующую петлю прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка 5 раз. Вяжем первый столбик, в следующую петлю второй и прибавка. Второй раз вяжем первый столбик, второй, в следующую петлю прибавка. Так провязываем всего 5 раз. Провязали, теперь довязываем 1 столбик без накида. Получилось 24 столбика. Следующий ряд, пятый, провязываем 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. Вяжем первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий и прибавка. Повторяем так до конца ряда, в итоге получается 30 столбиков. В шестом ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый. Второй. Дальше вяжем прибавку. Теперь провязываем 4 столбика без накида. Прибавка 5 раз. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И прибавка. Все, вяжем так, в общем, 5 раз. И довязываем до конца ряда 2 столбика без накида. Получилось 36 столбиков. Следующий ряд, седьмой, вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем прибавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге получится 42 столбика. В восьмом ряду провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и вяжем прибавку. Дальше вяжем 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой и провязываем прибавку. Повторяем так всего 5 раз. И после довязываем 3 столбика до конца ряда. Первый, второй, третий. Всего получилось 48 столбиков. Следующий ряд, девятый, провязываем 7 столбиков без накида. Прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и вяжем прибавку. Повторяем так до конца ряда всего 6 раз и в итоге получится 54 столбика. В десятом ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый, вяжем прибавку. Далее провязываем 8 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и вяжем прибавку. Довязываем так еще 4 раза. И после довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Закончили, получилось у нас 60 столбиков. Следующие 10 рядов с 11 по 20 провяжите по 60 столбиков без накида.
провязали. Такая деталь должна получиться. Дальше вяжем следующий ряд, 21. В нем мы будем оставлять отверстия для глазок. Провязываем 24 столбика без накида. Первый, второй, 22, 23, 24. Делаем одну воздушную петлю, один столбик без накида, пропускаем, вяжем следующий. Первый столбик. Вот что у нас получилось. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. Расстояние между глазками будет 10 столбиков. Снова делаем воздушную петлю. Здесь одну петлю пропускаем, вязать начинаем со второй петли. Вяжем уже до конца ряда оставшиеся 24 столбика без накида. Следующие 5 рядов с 22 по 26 провязываем по 60 столбиков без накида. Сейчас я довяжу до места, где мы провязывали воздушную петлю, и покажу, как провязываю вот здесь. Так, вот я практически дошла до места, где у нас была воздушная петля. Вот она. И сюда я просто провязываю вот так один столбик без накида. И дальше уже вяжу следующее между ними. Первый, второй, их здесь 10. Вот что получается. У нас здесь остается небольшое такое отверстие, чтобы было удобнее вставить глаз на ножке. После того, как провяжем эти 5 рядов, устанавливаем глазки в специально предназначенные для них отверстия. Глазки у меня 10 миллиметров. Провязали эти 5 рядов, установили глазки. Вот так сейчас выглядит голова. Следующие ряды у нас идут уже на убавление. Провязываем 27 ряд, 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем убавку. Далее провязываем 8 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и убавка. Повторяем так еще 4 раза. Всего получается 5 раз вяжем 8 столбиков убавка. Провязали и после довязываем до конца ряда 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось 54 столбика. В 28 ряду вяжем 7 столбиков без накида, убавка 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге получится 48 столбиков. В 29 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. Первый, второй, третий и убавка. Дальше вяжем 6 столбиков без накида, убавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем убавку. Вяжем так еще 4 раза. После довязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий.
Получилось в этом ряду 42 столбика. По желанию можете уже начинать добавлять наполнитель. Я это делаю через пару рядов. Сейчас получилось 42 столбика. Дальше следующий ряд 30. Провязываем 5 столбиков без накида, убавка, 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и убавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге получится 36 столбиков. В 31 ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй, вяжем убавку. Дальше провязываем 4 столбика без накида, убавка, 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый и убавка. Вяжем так еще 4 раза. И после довязываем до конца ряда 2 столбика. Первый, второй. Добавляем наполнитель, формируем уже примерно половину головы. Дальше вяжем следующий ряд. 32. Вяжем 3 столбика без накида, убавка, 6 раз. Первый столбик, второй, третий и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получится 24 столбика. В 33 ряду мы вяжем 1 столбик без накида, в следующую петлю убавку. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. И провязываем убавку. Это мы провязали один раз, 2 столбика, убавка. Еще 4 раза вяжем точно так же. Провязали. Дальше довязываем 1 столбик без накида до конца ряда. Получилось сейчас 18 столбиков. Далее вяжем 34 ряд, он заключительный. Провязываем 1 столбик без накида. Убавка. И повторяем так 6 раз. В итоге останется 12 столбиков. Закончили этот ряд. Дальше в следующую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля. Нить вытягиваем, обрезаем. Добавляем хорошо наполнитель. Формируем полностью красивую голову. Без пустых мест. И на этом, в этой части все. Сегодня мы с вами связали туловище и голову. Теперь увидимся в следующей части, в которой свяжем волосы, паричок ей, оформим личико и пришьем голову к туловищу.